Всем здарова, с вами Булл. Мы продолжаем проходить игру Biohazard 2, сценарий Б за Леона Кеннеди. Оригинал 1998 года на PlayStation 1. В предыдущей серии, как я уже сказал, мы начали проходить сценарий Б за Леона Кеннеди. Чем он занимался и выживал, пока Клэр там спасала Шерри и разбиралась с Биркиным. А мы сейчас тут будем... Конкретно на данный момент будем тушить пожар. Ну чё, тушим. Говнёныч. Блять, он мне не нужен больше. А чё там, что-то есть? Ай, жалко. Не могу нести больше. Кстати, мне интересно. Так, а чё это, кстати? Вот я не понимаю, вот мне нужно взять патроны. Вот мне нужно взять патроны. Мне патроны нужны, но я не могу выбросить что-то из моего инвентаря. Так, кстати, погодите-ка. Я сейчас попробую добежать до точки сохранения. Вроде бы они не до... Вот недалеко отсюда, да, вот? Уж, лет сюда так. Коушен. Да, он вот здесь вот. А, это то, это, блин, это не то. Там не место для сохранений. Вот я выкинуть не могу этот предмет. Вот. Понимаете, что, блин, вонючий случай. Мне нужны патроны для дробовика, но я не могу их никак добыть. Придется идти без патронов. Ладно, пойдем без патронов. Но я думаю, мы освободим. Как только мы освободим, мы сразу же пойдем и заберем их. Так, что такое? Катсцена? Катсцена? Удивлен. Не понял. ТОО? Дядя, а вы кто? Знаменитый дядя пришел. Знаменитый дядя Resident Evil 2. Тиран. То есть вот он, наш местный тиран. То есть я просто не узнал его. Это тиран. Если я правильно помню, его зовут Мистер Икс. Но он выглядел... Ах вы вонючий случай! Они... Понимаете? Вы понимаете, вонючий какой случай сейчас? Это...
Мистер Икс вроде как тиран, насколько. Это не мы с Биркин не был тираном, а вот это тиран уже местный. И понимаете, они мне заблокировали сейчас проход патроном. И если я ее сейчас не одолею, вот. Дядя, уйди! Уйди! Дядя, ты шуток явно не понимаешь, да? Дядя! Я же такой... Бум! Дядя, ты не дашь пройти? Комбайн! Ну все, надеюсь, мне патронов хватит на него. Хватило? Опа, я его обыскать мог? 30 патронов целых оставил в подарок. Комбайн. Ну блин, я все патроны для дробовика истратил. Ну хорошо, что я хотя бы спасся от него. И тут вороны не полетят. Ладно, побежим. Мистер Икс? Он живой. Все ясно. Он живой и будет нас преследовать. Появляться как Немезис какой-нибудь из третьей части. Так, ну тут чисто. В смысле? Ну вот. Ну вот хорошо, что мы потушили пожар и можем пройти сюда. А в ту дверь мы не войдем, полагаю. Пока Шерри не взорвет. Фу, точнее, пока Клэр не взорвет. Так. Ну блин, ну вонючий случай. Ладно, я делаю рискованный шаг. Все, так лучше. Все, я использовал свою самую лучшую траву. Комбайн. А, наш дробовик еще не помещается несколько. Еще и ключ карты им надо. Эй, они хотят, чтобы я их... А, ну да, здесь же что-то должно... Здесь что-то должно быть... А, да, здесь же Шерри... Фу, да блин, какая Шерри, блин. Клэр должна здесь что-то использовать, насколько я понял. Так, давайте я уберу лишние пока предметы из своего инвентаря. Что мне дали возможность выбежать отсюда. Двери открывать. Да, вот она комната. Так, надо выложить отсюда лишний мусор. Я не уверен, нож я не буду, наверное, использовать уже. И вентиль этот уберу. А остальное важно. Так, пора возвращаться за этим... За этой картой. А, карта. Она нам же двери на все откроет же. Вот для чего она нужна-то, я вспомню. Это я думаю, как мы... Это я думаю, мы... Ну, типа, со временем нам будет доступно? Нет. Мы должны сами будем все это открыть. Да-да-да, я беру все это. Все, теперь мне... Твою мать, я только патроны получил! Вонючий! Все,
Двух выстрелов? Спасибо. Нафига такие сюрпризы делать? Особенно, когда я только недавно патроны получил. Или это специально здесь так и оставили? Сохраняемся. Бежим отсюда чисто. Идемте на первый этаж, там и на второй. А это, я думаю, на втором этаже мы уже встретимся с Клэр. Так у нас, конечно, не хронологическая. У нас какая-то несостыковочка будет хронологическая. Потому что она должна была... Мы уже нарушили хронологию, потому что мы потушили пожар. Так, надеюсь, сюрприза больше не будет. Спускаемся. Интересно, как мы найдем путь в канализацию? Так же, что ли, через комнату шефа Айронса? Да, я использую компьютер. Да-да, давай-ка. Давай чекаем мою ID-карту. Прекрасно. Извиняюсь. Все. Двери открыты. Теперь можно бегать туда-сюда. Хорошо, что я ключик, кстати, от шкафчика, кстати, оставил. Ах ты! Ты вонючий, реально, гад. Ах ты живучий. Все, теперь точно. Ух, так. Да. О, спасибо, что дали мне патроны. Спокойно. И дайте угадаю, сейчас в следующей комнате будет лизун. И я сразу же все свои патроны потрачу зря. И он меня укусит пару раз. Так, тут пока спокойно. Так. Синий ключ только тут был нужен? Зачем я его подбирал? Хотя, наверное, тут есть что-то важное. Надо все и изныкать. Copy of machine. Надо все исследовать. А, Patrol Report. Мы уже, кажется, это читали, поэтому не будем, да. Ну, надо... Все равно надо высматривать всякое тут... Так, вот кроме вот этого. В данном случае это самое бесполезное, что тут можно. Ага, тут лестница. Тут лестница или стремянка, называйте ее как хотите. Ага, все, я понял, для чего она тут. Залез. Погодите-ка, я ее должен толкать. Я ее должен отсюда, что ли? Я могу только толкать. Ну-ка. А отсюда не могу, что ли? А нет, могу. Так, спрей первой помощи. Кстати, я вспомнил то, что... Вот, в каком-то моменте был ящик, где был пулемет, точнее УЗИ и сумочка. Я взял на Клэр сумочку. А мне еще сумки здесь будут попытаться? И мне УЗИ... Я УЗИ здесь подберу, это я знаю. А вот подберу ли я сумки, потому что на Клэр было так вот... Именно из-за этого было полегче. Хм...
А больше здесь ничего не будет такого полезного? Потому что если только я ради этого комнату... Ну да, мне карта покажет неизвестного участка. Видать, может быть, я здесь... Здесь были предметы, но я за Клэр их забрал? Так, лизуны, не попадайтесь мне. Ага, трава. Я лучше пока оставлю ее вместо... Оставлю ее здесь, потом в случае чего ее возьму. Если там будет какое-то сохранение близко... Так, беги! Твою мать, блин! Оборзели так пугать меня! Ах ты! Так, я понимаю, что патронов я не получу, но я лучше вернусь и возьму траву. Вроде там близко есть та комната еще, где мы кадры еще, кстати, просматривали за Клэр. И я приберу туда траву эту. А может, и красную найду, и я ее оставлю. Потому что трава сейчас очень полезная. Еще с учетом того, что мистер, этот тиран, мистер Икс... Живой? Живой, как тварь. Он меня будет преследовать. А вот мне для этого и нужны патроны. От всего самого имбова. А он меня, видать, здесь будет преследовать до конца моих дней. Так, полагаю, тут документы. Вот. Так, тут уже... Так, тут двери... Так, Operation Report. Потом почитаю, если будет необходимость. Nothing else. Пусто, пусто, везде пусто. Так, тихо, тихо. Не дай бог там лизун. Так, спасибо за патроны, всегда вам благодарен. Ага, я знаю, что надо сделать, Я тоже должен этой фигней буду заниматься? Если вы не поняли, просто... Если вы не смотрели прохождение сценария А за Клэр, то я должен ставить вот этот камень и другой камень в то место, где я взял карту, синюю карту. Имею в виду ключ карту, если что, а не простую карту. Так, тут... По-моему, вот здесь вот сейчас будет коридорчик с лестницей и комната для сохранения. Да, это здесь будет. О, да тут трав вообще много. Так, давайте что... Так, давайте-ка. Комбайн... Все. Так, а это у нас комната сохранения. Прочекаем ее. Так, тут A special kind of key required. О, спасибо за патроны.
Так, тут все фотооборудование. Так, а здесь... Не нужно им что-то опять. Так, это не нужно. Это вещи не нужны. В моем случае, по крайней мере. Кстати, ключ, который они все... Который тут сказали, special key required. Может, они имеют туда ключик один там секретный? Так, всё, здесь мне делать нечего. У меня есть предположение там по поводу ключика. Давайте проверим-ка его. Я не буду показывать, как я это бегаю. В общем, я лишь скажу, где это. Вот где-то вот здесь вот. Посмотрел в интернете. Вот, по поводу какого-то странного ключика, находится здесь он, вроде как. Если это, конечно, об этом ключике идет речь. Что вот, он есть у чувака, который находится здесь вот. Чё, это не здесь реально? Нафига, кстати, я сохранился? Куда я еще раз бегу? Может, это заскриптовано? Нет, это не заскриптовано, блин. Или я как-то неправильно действую, или я должен был раньше сюда прийти, я не понимаю. Ну, в общем, это был путь зря на самом деле. Ладно, вернусь на изначальную позицию. Так, вот мы были здесь. Давайте поднимаемся сюда. Я, кстати, я проверил ту дверь, которая ведет в комнату с Марвином. Она закрыта, пока на ключ. Поэтому пройдемся и здесь. Так как... Эта дверь нам закрыта. Ага, я понял. Опять головоломка. Опять эта головоломка со статуями. Так. Так, теперь сюда. И раз. Так, и мы получим второй бриллиантик. Точнее, камушек этот. И мы сможем его вставить. И тогда получим... И я вроде помню... Хотя, наверное, подводит мне память. Мы получим ключ от комнаты с Марвином. И еще от некоторых. Вроде как от этих комнат. Ну, посмотрим. Все. Чечек, вот камушек отвалился. Не то, блин, так. Я не отсюда беру. Так, давайте-ка еще. Кабанчик. Вот так вот. И идемте сюда. Сохраняемся. Ничего себе у вас там! Ну и вас вообще много. А
Все, надеюсь. Я и так уже большую часть своих патронов на них истратил. Нет, еще не все. А, кстати, а вот и офис Старс. Офис Старс. Так, полагаю, да, это дневник. Это дневник Криса, мы его читали, поэтому не буду читать. Опа, а тут Магнум! Офигеть, какая техника! Магнум. Ну, точнее, Desert Eagle. Очень честно, а тут от него... Чего, погодите, кто там? Что там было? Трофеи. Награды Криса Редфилда, да? Фотография, Старс. Так, патрон для пистолета, спасибо. А то, просто понимаете, я все никак не могу понять, а где будет там тиранч? А где будет тиранчик этот наш, мистер Икс? Где он появится? Так, все. Вот, надо этот Дигл держать... Надо держать его... Специально его готовить для нашего мистера Икса. Чувак, ты что стоишь? Может, он меня не заметил? Нет, он меня заметил. А ну лежать. Да, все, он мертв. А то я хотел в него стрелять. Так, а вот там нет ничего? В этих коробочках, в этих ящичках. Факту все, в этой комнате пусто. Я весь второй этаж, кажется, уже сейчас обшмонаю. О! Опа! Эй! Погоди! А, вот мы здесь встретимся с Клэр, да? А, так вот откуда вышел он. А это что? Ах, вонючий случай! Ключ, который я не могу подобрать. Так, что тут? Так, патроны для дробовика, спасибо. Да, мне бы комнату для сохранения сейчас найти поближе. Ладно, пойдемте пока. То есть, Леон отсюда же вышел, да? Леон! Леон! Да, вот я. Привет, Клэр. Клэр, ты добралась? Yeah. Да. А ты видел небольшую маленькую девочку здесь? Да, только что она пробежала мимо меня. Кто она? Не знаю. Но опасно ей здесь оставаться. Леон, я найду ее. А ты найди нам путь, нам выход отсюда. Хорошо. Но пока не забыл. Вот радио. Вот рация, точнее. Так мы уже свяжемся друг с другом в случае чего. Все. Так, давайте на этом серию закончим. Но при этом надо еще не забыть по поводу ключика. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Бул. Ожидаю следующей серии прохождения Biohazard 2 компании за Леона Кеннеди. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Пока-пока. Фух.